Друзья, мы возвращаемся к SEO 2024, Tekken 8, который в рамках Tekken World Tour здесь проходит как мастер-ивент и, соответственно, квалификационный турнир на eSports World Cup. Топ-2 получает квалификацию этого турнира. Топ-24, соответственно, по Tekken 8, топ-24 вышли по Венерам Shadows против Доджина, Ао против Кейвиза, Кейски против Джока, Атиф пока без оппонента. По лузерам вышли Рес, Супер Акума, Тибетана, Джок Раш, DDCR, Тай, Чикурин, Спироджин, Билал, Фидекс, Сейнт, Дабл, Кокома, Куданс и Виктима. Ну и топ-24. Начинаем с матча Доджин против Шадоуса. Ну что ж, Доджин, напомню вам, что он... Доджин и Шадоус. Где они? We saw earlier that he Dojin went to play that counter pick with the Leroy against Так, Dojin на своем пути убрал дабла японского японского игрока за Маршала Ло. Также убрал Fear of Silence. Что же касается Shadows'а, то он убрал Куданса, Реста на своем пути. По-моему, с Рестом, по-моему, даже оба боя мы, кстати, видели на стриме. My inner Mokujin coming out right now. Alright, here we go. Midnight Siege, the stage we're going to. Top 8 winners ну что, поехали. What they're fighting for. Best of 3. Это уже матч за выход в топ-8 по Венерам. Соответственно, победитель этого боя заканчивает на сегодня свое выступление и уже будет играть только завтра. Погнали! Агрессивно начинает Доджин. Лоу в контрхит заходит. Лоу на оке, но тем не менее поблочил Shadows. Наказал, успел. Еще этими лоу напрягает буквально Доджин. D2 перебивает Power Crush. Вифнул такой паниш. Хидэш. Найс, отличная лоу перри от Шадоуса, и это, возможно, даже смерть, кстати. Ну-ка, сейчас посмотрим. Хидэш. Ах, почти, почти смерть. Чуть-чуть хп. Вау, какой блок. Хелсвип. Попытался хелсвипом развести сейчас Доджин, но Шадоус прочитал это намерение, наказал и забрал раунд. Лоу заходит от Шадоуса. И ой-ой-ой, ресет получился хит-энгейджер. Тут же стойка Фламинго. Прессит своими плюсами Шадоус. Ага. Тик. Ой-ой-ой, от сайдбоков. Хит-дэш. Плюс. Все, перетерпел. Доджин. Найс. Хороший вип-паниш. Стенка, волсплат. Отличная, отличная камбулинка. Вау, какой сайдстеп хороший. От Шадоуса. Стойка. Д2. Хит-дэш активирует Доджин. Очень осторожен Шадоус. Ух, как зарядил полностью. И гард-краш. Хит-дэш. Плюс, еще плюс. Как выжил же. О, второй удар заходит. Эх, ведь лоу поблочил сейчас Шадоус, но второй удар пропускает, жесть. Долго он там на пикселе выживал. Д2 еще раз. Хелтви. Ой-ой-ой. На стенку кладет Доджин, хорошо. Еще один лоу на оке попытался впихнуть, но перележал Шадоус в итоге. Окей. Так. Ау, доделал третий удар, но уже вифнул. Оп, и волстендинг 4. Найс. Так, контрхит джебы, Д2 заходит от Доджина. Есть вифпаниш через лоу от Шадоуса, он же стойкий был, поэтому ничего более серьезным не смог наказать. Окей. Хопкик, найс, по-моему, даже на сайдсепе поймал. Ай-яй-яй, дропнул комбу почему-то Доджин. Хорошо, наказывай, есть наказание, выход на стойку от Шадоуса, хитберст активирует он. Так, так.
Doesn't go for the heat dash that time though. Keeping the resources. Low. In. Goes for the low heat smash. Вау, найс, хит энгейджер заходит от доджена, и один пиксель остается, хит дэш, угадай-ка, плюс еще, джеб, Д4, поблочил Shadows, но вошел в стойку, однако там уже слишком долго в ней находился, и своим Д4 забирает доджен. You went to selecting the character. Are we seeing the Claudio? Неужели Claudio? Yes, business time. The Claudio coming out. Да. Похоже, Claudio будет брать Shadows. By Shadow to actually like defensively to take the advantage, but just not able to make anything happen from it. I feel like if he had done, you know, an attack while in stance just recently and to close out that round, might have been a little different, but instead trying to wait for something big to come out from Doja before making an attack. But okay, погнали. Let's see how the adjustments is going to be made with this Claudio. Shadow loves to play minimal with this Claudio. Like he just keeps the simple moves. Джеб, Д2, поблочил, наказал. Shadows. He loves to keep it simple, but he just loves to play it so complex timing. Back. Well, back three. Машет своим Б3. Shadows. Коленкой. Хорошая коленка у Claudio. Так. Смотрите, сколько Д4 пихнул сейчас доджен, а? Очень осторожен. Сейчас доджен не столь агрессивен стал. Д2 поблочил и наказал Shadows. Ой-ой-ой, почти запанишил. Но один пиксель остается. Д. Дотянулся своим лоу. Shadows. Ах, нет, паниша. Так, так. Хит энгейджер. От Доджена заходит. Плюс. Оп. Джеб-джеб. Паниш. Хит дэш. Плюс. Вадрайне 2. Ой-ой-ой. Наказывай, Хелсвиев. Ну, чё-то как-то дропает Shadows, да. Вот это вот неприятно для него было. Хитберст активирует Shadows. Окей. Лоу. Ай-яй-яй. Хитдэш. Плюс. О, боже мой. Найс. Two rounds to none here for Shadow 20Z. The Claudio pick is working pretty well so far. Наказывай. Нет. Nice breaking on the one plus two. Doesn't want to get caught. The floor break. Каждый пытается бросать, чтобы проломить пол. Okay. Так. Back three. Снова рвет броски. Shadows. 40 seconds left to play. Definitely waiting for. Так. О, господи, Вив паниш. Так, так. Д4, Д4 машет своим доджем. Очень терпелив доджен. Ой-ой-ой, хит энгейджер на своей цепи поймал сейчас Shadows. Так, так. Как прессит, как прессит. Найс. Ну что, 8 секунд остается. Камбэк нет. Хитдэш. Плюс. И Рейджард зайдет. Зашел Рейджард от Шадоуса. Чуть-чуть у него ХП осталось. Буквально один пиксель. Чуть-чуть не добил доджен. Один пиксель его спас сейчас по ХП. 1-1. Ух. О май гаш. Близко, очень близко было. Bro, I never forgot, bro. And I'm telling you right now, I was like, oh, that rage art's coming. That rage art's about to hit. I already knew. Now, did I think the move before that was not gonna be enough to kill? No. I definitely thought whatever Dojin decided to do, it was gonna be enough to get the kill. But Shadow once again with a perfect calculation. Ну что ж. With a perfect calculation. Adds in the rage art, closes out the match. One game apiece, and now Doge is moving it around the board. Кстати, Доджен носит футболку и спорт World Cup, между прочим. Я напоминаю, что коллега Доджена, AK, он свою путевку заработал на eSport World Cup. Потому что он вошел в топ-8 DreamHack Dallas, а там 8 слотов разыгрывалось. Shadow would have
against a Leo, you know? Right. That's the real question that you gotta ask. Итак, поехали! Лео! Контрпик от Доджена. Хеллсвип заходит. Контрхит. Так. Сейчас активно прессить будет. Джеб. Паниш? Ага, хеллсвип поблочен и наказан. У Шадоса прям такое чутье на хеллсвипы. Много он их блочит. Оп. Так. И лоу заходит от Shadows, этот хит смеш. Так, найс блок. Есть паниш. Хит энгейджер. И куда полез? Power Crush. Окей. Так. Помним. О, найс. Достает Доджен. Стенку будет ломать. Нет, не стал. Не стал балкон. Оставляет балкон целым. Эк. Бросок. Нет, порвал Shadow. И в ответочку тоже. Жесть. Старберст заряжает себе Shadows. Вы посмотрите на этот дефенс от Доджена. Gotta be really, really careful. 20 seconds. Defense footies. And so does Dojin. Dojin has that powerful aura, but... Ой-ё, моё! Какой виф паня шикарный от Шадоуса. Он только ждал этого шанса. Хорош. Найс. 5 секунд остается. Дропнул. Дропнул, но тем не менее, одна секунда здесь уже не камбэк такое. Ну что ж, 1-1. Трейд! Никому не дал преимущество. Так, D4. Оп. Вайлдранинг 2, Вайлдранинг 2, еще. Так, хит энгейджер, получает доджен. Прессинг свой. Заводит. Ой-ой-ой-ой-ой, вифкнул первыми двумя ударами. Хеллсвип по... на оке промахнулся. Хитбэш активирует Shadows. И... так. Хитсмэш. Тихо. О, D4 перебивает. Ничего себе. Он, по-моему, хитсмэш перебил при помощи D4. Доджен. Опасно, очень опасно это было. Но, тем не менее, матчпоинт для него. Фолминг заходит от Shadows. Так. Есть паниш. Ага. Полминг. Так. Валранинг 2. Так. Хитбёрст. Активирует Shadows. Жесть. Джеб, каунтер-хит, ой-ой-ой! Ну, не знаю, наверное, не хватит. Хит, да, хит-бёрст, наверное, не хватит. Стенка, так, да, это ресет был со стомпом. И таким образом Доджен забирает этот бой 2-1. Такой умный и очень неприятный ресет, в том плане, что тяжко такое блокировать. Но, тем не менее... Доджен на сегодня заканчивает свое выступление. Он выходит в топ-8 по венерам. Ну а Shadows еще предстоит в лузерах выбить себе место под солнцем. Так, меж тем, что у нас происходит в лузерах? Saint выбил FDX из турнира 2-0. JDCR выбил Джо Краша из турнира 2-0. Тибетана выбил Супер Акуму 2-1. Rest выбил Ватанабе 2-0. Так что в топ-16 пока что вышли Rest против Тибетана. Тана, GDCR и Сейнт. Так, это получается у нас... Бук выбил Ватанабе, кстати, в генерах. И уже в лузерах Ватанабе проиграл Рест. Но, кстати, Бук вышел против Атифа по венерам. Ну что ж, неплохо. Мы сейчас увидим матч АО против Кейвиза.
Япония, соответственно, против Великобритании, матч за выход в топ-8 по винерам. Победитель выходит на Доджина. And it has been a while since I've seen that from him, so. But of course, we're getting a loser's bracket update. Ну что, это будет Виктор против Кваранга. So therefore, Watanabe is eliminated. And Tibitano able to defeat Super Akuma as wow. well. Tibitano. JDCR defeated Joe Crush to stay alive. So these are all qualifiers for top 8. And Saint actually defeated BDX. Так, в лузерах там параллельно идут матчи Дабла против Кокомы, Куденса против Виктима, Спиро Джин против Билала, Хай против Чикурина и Рест против Тибетана. Да, в лузерах тоже много интересных матчей идет. The excitement never stops. Bro, Tekken 8 has been ridiculous and maybe going back to the victor right now. Так, ну что ж. You know, I don't blame Al for this one. I don't think the Elisa is not that much of a good matchup against the Hwarang, especially Kaywiz is Hwarang, because Kaywiz has been so analytical and so surgical when it comes to that sidestep back three. Oh yeah, it has been. I mean, we saw it in that match versus Спиро. Так, погнали. Так. Ой-ой-ой, Power Crush Hit Engager заходит от Ау, Лоу пропускает Кейвиз. Как мы видели по предыдущему бою, Кейвиз очень-очень много терпения имеет. Но, тем не менее, сейчас просто в агрессию ушел. Тотальнейшую буквально Ау. Кстати говоря, Ау на своем пути выиграл у Тризи за рэпера и Фидиэкса, что же касается нас, Несперед 2 от Кейвиза. Кейвиз же убрал Спиро Джина соло и некоего Джона 316. Оп, JFSR! Трейд в пользу Ау, ничего себе. И еще и стенка тут же. Хитберст активирует Ау, хорош. Стойка тут же делает. Так, хитдэш. Найс, Вайл Раннин 2, найс. Почти завив панишал Ау этой пулей. Чиркнул до 4. Нормально. Вот он. Возможность сделать хит-таймер. Точнее, не хит-таймер, а возможность через хит очень-очень прям жестко камбэкать. Power Crush Hit Engager от АА. Ага. Джефф СР. Ой-ой-ой-ой-ой, как этот лоу пропускает контрхит с Кейвиз сейчас, и на стенку кладет Ау. Просто жесть, что делает, а? Пиксель. Тут тяжко, конечно, камбэкать. Хотя, когда есть хит-таймер, то все равно камбэк возможен. Даже прямо из каких-то сумасшедших ситуаций. Джока подходит. Со своим уже фирменным Рэдбулом. Я не знаю, может быть, таких Рэдбулов вообще не существует. Может быть, это чисто, знаете, специально для Джоки создали такой Рэдбул, чтобы он там пиарил, там, не знаю, что-нибудь такое. Ну, просто вдруг, знаете. Я как бы не очень в этом вопросе сведущий, потому что я-то не пью энергетики, поэтому я не знаю ничего про них. Но мне кажется, что таких в продаже не существует. Ну что ж, погнали. Оп, сразу же с лаунчера начинает Кейвиз. Протаскивает. Ага. Оп-оп. Прессинг. Перетерпел. Ау. Хидэш. Найс конфиорм. Окей.
Ну, неужели зашел? Да, да. Залез своим рейдшартом. Нормально. So you can still punish. That's what I was more concerned about. Так. Лоу, контрхит! О, боже мой. Найс. Хитбёрст активирует. Тэн. И лоу, да, d4. Ну, мне кажется, зря пытался отукемиться сейчас Кейвис, но... Это, конечно, тоже часть мейнгейма была. Хорошо, вернулся сейчас Ао, хороший камбэк, но тем не менее хит энгейджера начинает Кейвис, хит дэш, плюс, фоминг тут же. Найс, дак, и найс паниш от Ао, хорош. Понадеялся на свой фоминг хай сейчас Кейвис. Понадеялся логично, но там Ао просто сидел. Так, плюсы, лоу, вайл раннин 2, еще плюс. Так, еще плюс. Ой-ой-ой, лоу пропускает Кейвис. Рвет бросок, но... Найс. Низ вперед 2 на паниш. Так, и Рэдшард саживает. Это очень-очень правильно, потому что следующий удар, скорее всего, впечатал бы в стенку криво. Найс. Чуть-чуть хп остается у А. И... Вот это unblockable был, а? Боже ты, а, боже мой. А, конечно, но дурачка пытался развести. Акалит, привет. Весь день стримишь, так это еще, да. Потом посплю и снова стрим, потому что это еще второй день, третий день, все уже будет, там, финалы. А я каждый раз так на турнирах стримлю. Так. Ну, народ смотрит вроде, там, человек 50 смотрит. Ради них и стримлю. Ой-ой-ой, найс. Хороший сайдстеп и хороший паниш, кстати, от Кейвиза. Дропал. К сожалению. Так. На самом деле очень... Оу-оу-оу! Все, смерть. Рейдшард есть. Твою мать, Кейвиз. Ну как? Ну вот почему? Как так вот он... такой терпеливый, а... берет и так просирает. А, не хватило. Погодь. 5 секунд? Ну, d4. Виктору? Да нет. Не, ну не настолько это как бы жесткий персонаж в плане. Ой, хорошо, найс дак и найс паниш. Вот, ау, это матчпоинт для него, трендец. Стенка. Нет, опоздал он с сломом балкона, но тем не менее хитбёрст активирует. Хороший сайдстеп от Кейвиза, но тем не менее... И контрхит, кстати, заходит, хорош. Протаскивает, о боже мой. Вот она протащил нормально. Хитбёрст активирует Кейвиз. Слово встречает ау. И пауэркраш, хитдэш. Плюс? Куда? Ну куда? Все. Домой. Ну что ж, 2-0. АО выходит в топ-8 по винерам. А Кейвис спускается в лузера. Да. Аккуратничал Кейвис, но на вив-панишах его вот нет-нет доловил АО. Причем очень часто. О, смотрите-ка, ау, дефенс, ау, дефенс, смотрите, у него там, да, защита ау. Чарльз себя чувствует нормально. Виктор, на самом деле, он относительно достаточно силен, так что Чарик силен. Так, ну что у нас там происходит? В лузерах дабл убрал Кокому 2-1. Кокому вылетает из турнира. Вот. Ну и пока это все. Ой, а там лузеров-то до хрена будет стримиться. 8 аж матчей. Не знаю, хватит у них времени на все про все, но сейчас мы будем смотреть с вами бой Джоки против Кейски. KSK still staying alive on the winner's side, looking fantastic with the Kazuya. That perfect whiff punish, and the way he just stands still and just looks at them. And next thing you know, you're gone, you're dead. Yeah, I mean, look, we talked about the pace that KSK was playing earlier, and the defense that KSK has actually displayed this weekend, and just today has been phenomenal.
just being able to like to kind of like slow down everybody else, control the traffic speed of anybody he may be fighting against, whether it be because of the statue. Ребят, kicks, ну, mixing пока вы здесь, я спрошу. Имеет ли смысл загружать повторы вот этих стримов, ну, рестримов турниров на YouTube-канал? Как бы, если вы здесь еще, все еще, то ответьте, пожалуйста, имеет ли вообще это хоть какой-то смысл? То есть я просто загружаю эти повторы на YouTube, но как бы нужны ли они? То есть, может быть, забивать на это и не загружать? Как бы, смотрите вы их или нахер, не надо это? We'll see how he's gonna play. And knowing ну что ж, Кейски на своем пути, между прочим, убрал Билала, то есть того самого пакистанца, а также Тая. Что же касается Джоки, то он убрал Дастри, мы видели этот бой на стриме, и он убрал Джо Краша, мы тоже этот бой видели на стриме. Но, может, это их первый раз против друг друга. Кейски локсит на Казио. Фанг, конечно, для Джока. Top 8 qualifier, man. Damn. Joker, not familiar being in that top 8. Was top 3 last year. And it wants to go to that ring again. Aiba. Alright, here we go. Кейски, японский игрок за Казу. О, найс. Так, на стенку еще положил. Найс. Поблочил. Поблочил этот хелсвип, наказал. Так, так. Ой-ой-ой, отличный дамачок. Так, хелсвип, ага. Хитбёрст активирует Кейски. Ой-ой-ой. Паниш! Многовато хелсвипов, кстати, делает Кейски. На удачку. Так, Хитбёрст активирует Джока. И Рейджард саживает. Интересное решение. Ну, не знаю, насколько оно оправдано, хотя хит-таймер у него еще есть. Кейски also has heat, so you really gotta be careful of it, but life lead. Так. Подошел и лоу, потому что подумал сейчас Кейски, что будет хит-смеш. Логично ведь подумал. Ну такая разводочка. Лидия непонятно, когда выйдет. Но летом, я думаю, что после эволюшена. Ну, я думаю. Оп, отличная лоу перри. Так. Просто я по-разному смотрю этот на повторы эти, ну как бы сколько человек их смотрит, ну так все их смотрят на самом деле. Я вот поэтому и думаю, ну как бы есть ли в них смысл вообще. Ой-ой-ой, лоу, заходит этот хелсвип. Хелсвип Фэнга против хелсвипа Казуи. Казалось бы, выбор очевиден, но не настолько. 2-0 по раундам в пользу Джоки. Ох, второй удар. Зашел. Найс панеш. Через джеба 1-1-2. Вот Кейски и хит энгейджер. Ага. Плюс. Ну, кстати, кемпо респектит все-таки Кейски. Так. До 2. Найс. Лоу. Заходит от Джоки. Перебивает он этот пауэр краш. И это 1-0. Yo, the next match, we finally get to see somebody we've been waiting to see in this bad boy. Well, you guys will see very, very soon. По 500 просмотров. Ну, так, 500 просмотров, да, это не так уж много. Next match is going to be really exciting, but we got to continue on. KSK able to get a couple coaching here and there. And Joker keeping calm and cool and collected after that. Нет, я пулы тоже загружаю, почему? Я загружаю все, что я рестримлю. Let's see if it works out. Down a game. Joker looking real good so far. Нет, не то что проблематично, просто как бы есть ли в этом смысл вообще какой-то. О, блин, викнул. Точнее, не викнул, а сайдстепнул здорово Кейски и отлично наказал. Ага. Оу, мид пропускает Джока. Да, сидел до последнего, за это и получил. Т-т-тен. Просто начал разводить. Смотрите, вместо хелсвипов постоянных делают теперь постоянные миды. Поугадывай. Ты угадываешь хелсвипы, поугадывай. Отлично, поблочил этот лол, наказал Кейски. Найс.
from the first game with all those blocked health sweeps. Еще мид плюс. Начинает прессить кейски. Так, D4, еще. Еще три раза D4, камон! Боже, он так разводит. Кошмар. Какие-то спамерские разводки у Кейски. Я... Самое удивительное, что все они работают. Панч. Есть панч, вас на 4. Оу, Кемпо и хит энгейджер получает. Но, вы посмотрите, он не уважает фреймдату. Просто на плюс фигачит и все. Контерхит этот Кейск. Хит-дэш, да, есть конфирм с плеча через хит-дэш. Электрик, ой, хороший сайдстеп. И панч хоп-киком от Джоки. Еее. Стенка, волсплат, пэ-пэ-пэм. Пиксель остается. Третий удар доделал. И есть панч от Кейски. Ага, так. Так, но дожимает, дожимает Джока, и раунд отыгрывает. Так, ой-ой-ой, лоу, мид, ага, Д4, найс сайдстеп, и опоздал с панишем Кейски. Бросок не рвет. Так. Трейд. Кемпо. Угадай-ка. Плюс. Да, тут тяжко, тяжко выжить с этими плюсами бесконечными. И это матчпоинт для Джоки. Так. Обратили внимание, что уже хелсвипов давно не делал Кейски. Есть наказание. Лоу пропускает. Фоминг. Так, Электрик всаживает Кейски. Будет ломать. Ну-ка, сможет ли сломать он этот? Нет, не смог. Так, стенка, волсплат, тэ-тэ-тэн. Мид! Снова читал сейчас Джока этот хелсвип, но и снова этот хелсвип не сделал Кейски. 1-1. At first we saw those stature kicks really start to add up, and they really get annoying, but then you see Joker start to play back a little bit, start to use that back kempo. Меж тем, по лузерам, Куданс выбил Виктима, Дабл выбил Кокому, Сейнт выбил Фиди Экса, Билал выбил Спиро Джина, Чикурин выбил Тая, JDCR выбил Джо Краша, Тибетана выбил Супер Акуму, и Рест выбил Ватанабе. То есть, пока что такой расклад, погнали. Контрхит, залезает Джока. Д4 поблочил. Паниш отличный от Джоки. Великолепный вив паниш. И стеночка. Ага, восплат. Т-т-тэн. Господи, дамаг. Паниш! Да, дважды этот лоу пихнул. И поплатился во второй раз уже Джока. Хелсвип! Ой-ой-ой! Нет! Дропнул чуть-чуть. Так, хит-дэш плюс... D4, контрхит. Камон! Вот это камбэчище от Кейски было. Жесть. Просто жесть. Вот это то, о чем, ну, многие говорят, что... Справедливо говорят. Tekken 8 очень-очень высока вероятность камбэка. Особенно если есть хит таймер, конечно же. Паниш, конечно, конечно. Хорошие сайдвоки, сайдстепы от Кейски. И есть наказание, увлекается Джока, конечно же, да. Контрхит. Бросок в контрхит. Забирает. Чуть-чуть хп остается у Кейски. И хелсвип перебивает хелсвип. Это Джока. 1-1. Близкий, близкий бой. Есть паниш через электрик. Стенка. Волсплат. И хитгаш активирует. Плюс. Так, так. Лоу. Хит-дэш. Найс, конфирм. Ой-ой-ой. Вы посмотрите, что делает. Шикарнейший конфирм от Кейски. Шикарно. И Окидземе. Мидом дожимает. Это матчпоинт для Кейски. Ничего себе трейд. 6 электрики машет только так. Так, фигаст активирует. Оп, оп. Плюс. Лоу.
Still dunking, but thankfully it was high. Oh, explosion! Один пиксель остается. Так, так, лоу, хит-дэш плюс. Но не, пропускает Джока. Вот это да. Великолепная победа Кейски. Просто великолепная. Ну что, друзья, таким образом, Кейски выходит в топ-8 по винерам. Вот это, блин, конечно, японцы в ударе сегодня. Ну, наверное, кроме Чикурина. Ну, молодец, Кейски, хорош был. Вот, вот, видите, у него обычная банка Red Bull'а. Обычная 0.30 там или сколько? Сколько банка Red Bull'а? 0.33 или 0.25? Не то, что пол-литровая здоровенная банка, как у этого, как у Джоки. Yeah, to an extent, it felt like a huge game of tug of war there between Joka and Keisuke, but he's just got the more the strength that he's had, man. Ну что ж. He just realized the camera's still on. I was like, "What are you doing?" Неплохо, неплохо это было. Keisuke packing up to get out of there, but man. Так, Синки. Напоминаю, что в топ-8 уже вышли Доджин, Ао и Keisuke, и сейчас мы с вами увидим следующий матч. Это Актив против Бука. Меж тем, в лузерах тоже на стриме будут играть Рест против Тибетана, GDCR против Чикурина, Билал против Сейнта, Дабл против Куданса. Вот, ну, пока вот эти вот четыре пары. Эти пары, все эти пары показано, что они будут на стриме. I'm happy with being able to be like, yeah, every time I'm here, I'm getting top 8. I'm getting that much closer. We talk about how important it is and how frequently CEO has been a top breakout tournament for people too, so. Yeah, there's a lot of breakout stars that happened at CEO, especially for North America. Так. Perfect example, Kaiser, yep. Daystree, FDX. Ну что ж, Атив против Бука. Напоминаю вам, что Атив убрал на своем пути Супер Акуму лузера, а также убрал Пинью. Вот, что же касается его оппонента, то Бук из Таиланда, игрок за Джина, убрал Ватанабе в лузера, убрал Виктима в лузера. Очень мало слотов для квалификации осталось на... на eSports World Cup, поэтому здесь, конечно, надо использовать любой шанс. Погнали. Матч за выход в топ-8. Сразу с джебов начинает Атив. Угу. Ой, хорошо. Так, так. Look at that dash canceled by Book, looking pretty confident right at the moment. Господи, стагерит Атив. Джебами перебивает. Бук. Вайл Раннин 2. Угу. Так, Электрик. И Хит Энгейджер заходит от Бука. Хорошо, стойку тут же сетапит. Оп, Д2 в контрхит. Так. Угу. Хит-энгейджер в ответочку, плюс. И хит-смеш! И влетает. Дамаг такой наносит большой. Хит-энгейджер. Тут же D4, но панишит Атив. Бэкфист. Нет, поблочил. Отличный паниш от Атифа. Вы посмотрите, не пугает его совершенно. Хит. Своего оппонента. Так, еще плюс. Хорош. Атив. Ой, этот Бук запарил. Найс. Оп, бросочек рвет. Атив. Ага. Лоу. Найс. И дожимает Бук этот раунд. Так, контрхит. D4. Ой-ой-ой. Плюс. D2. Так, еще D2. Найс, панишит от Бука. А, можно было панишить, но он не поверил в этот виф. Кидэш, конформ есть от Атифа. Но не убьет пока что.
Так. Ой-ой-ой, как махнул джебом сейчас Бух, но и подъехал слайдом Атиф. Хит энгейджер. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. F4 зашло. Так. Попытался заресетить. Бух кидэш. Найс конфирм. Back three, black wing, uppercut, yeah. Down four. Mm-hmm. Nice. Дожимает. Two rounds apiece in this first game. Final round. Who wants to take the lead here? Так. Down D4. Back four, and the magic four catches Atif stepping. Punish. Есть punish от Атифа. Just a jab to stop the approach. I do like да, that, посмотрите, though. Прям как на поках работают оба игрока. Oh. Наказывает, да, он ждал этого. И, вниз вперед два заходит от Атифа. И, возможно, это смерть. Возможно, это смерть. Ну-ка. Так, хит-дэш. Нет, не убил. Однако, D2 залетело на Оки Земе от Атифа, и он забирает первый бой. 1-0. He looks ridiculous. Oh yeah, He came to the Tekken World Tour Finals for Tekken 7, and he did a Huang cosplay. Oh, we're talking about Draco. Yeah. It looks ridiculous. It looks ridiculous. I didn't know it was Draco. No. Damn. Shout out to Draco. He said he wasn't even done with it. He made the jacket from scratch. What? It's crazy. Ну что ж, второй бой. Man, cosplayers are so talented. They're man. Ridiculous, it's... man. I don't even have to buy clothes. I just make my own clothes. Here we go. Ой-ой-ой, хит энгейджера начинает Атиф. Так. Вив панеш через хит смэш. Еще и проламывает стенку. Жесть. Ой, дамаг. Ой, дамаг сейчас будет. Просто посмотрите. Найс. Хороший дэмэдж. О, и контрхит. Контрпоками залезает Атиф. Так. Рвет бросок. Смотрите, в контрхит бросок и порвал ведь. Так, отлично, лоу перри. Ага. Стенка, лос флат, хороший конфер. Отличная перри, но не любое перри можно наказать. Так. Джеб, вы посмотрите на этот джеб. Дабл перфект, серьезли. Два перфекта подряд от Атифа. Просто жесть, что делает, а? Да, матчпоинт для Атифа. И есть перри от Бука. Ага. Стенка. Волсплат. Хорошо. Пол ХП уже нет у Атифа. О, вот это хопки просто на ровном месте. Хитбест активирует. Так. Найс. Can't to extend the distance, but Atif wakes up the ankle breaker. Лоу? Как в хит пропускает Атиф. Я удивлен, что он не сделал хит бёрст ранее. Так, с D2 начинает Атиф. Хит энгейджер. Окей. D2 в контёр. Ой, найс, хороший сайдстеп. Так, так. Посмотрите, как прессит сейчас Бук. Пытается, по крайней мере, этим прессит, да, и с конфером через хит дэш. Жесть. Чуть-чуть КП остается, и да. Нормально. С D2 начинает, наказание есть от Атифа. Какой трейд. Тихо. Паниш, конечно. Низ 1-2 перебивает. Плюс на блоке. И хитбёрст активирует Атиф. Ой-ой-ой, плохо дело, плохо дело. Ну нет, нет, не полез. Видно было Атиф, что не полез. Он просто стоял и ждал. Максимально осторожен для того... Он был максимально осторожен, чтобы не съесть этот рандомный рейдшарт. Бук такой себя успокоит. Так, ладно. Ладно, спокойно. Еще есть лузера. Еще есть шанс. Все нормально. Это еще не катастрофа. 0-2-0. Атиф достаточно уверенно забирает этот бой. Прям здорово сыграл. Ничего не скажешь.
Очень серьезную игру показал Атиф, и он выходит в топ-8 по винерам против Кейски. И уже будет играть завтра на, в общем-то, большой арене. Напоминаю, что здесь, на этом турнире, Tekken 8 это хедлайнер, поэтому он будет завтра завершать весь ивент SEO. Друзья, мы возвращаемся на SEO 2024. И это, ну, в принципе, последние матчи, на самом деле. Сейчас мы с вами будем смотреть сегодняшнего дня, естественно. Вот, это лузера. И очень скоро мы узнаем, кто составит конкуренцию игрокам, которые вышли по винерам. Напоминаю, что по винерам в топ-8 вышли Доджин, Ао, Кейски и Атиф. И в лузерах остались Рест Тибетана, GDCR Чикурин, Билал Сейнт, Дабл Куданс, Кейвис, Шадоус, Бук и Джока. Ну и, соответственно, четверо из них выйдут в топ-8 по лузерам. Напоминаю, что SEO проходит как мастер-ивент в рамках Tekken World Tour 2024 и как квалификационный ивент в рамках eSports World Cup турнира в Саудовской Аравии. Час ночи по московскому времени стартует топ-8. It is USB Type A powered, so if you got a stream, a cool area in your house, that well, you want people to know where you stand about world domination, get yourself this Neon Kazuya Mishima sign. Ну что ж, ожидаем матча, я так понимаю, GDCR против Чикурина. GDCR на этом турнире ни разу на стрим не попал, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, так, сейчас я посмотрю, кому он проиграл, кто его сбросил в лузера. Лузера GDCR сбросил. Блин, к сожалению, не вижу, какой он в группе вообще был изначально. Так, GDCR сбросил в лузера. Так, FedEx, господи, FedEx 2-1 сбросил лузера GDCR. Соответственно, он играет за Драгунова. Что же касается его оппонента, то Чикурина сбросил в лузера. Так, Спиро Джин. Итак, поехали. Победитель этого боя, между прочим, выходит против Shadows. Погнали. Хит Engager залезает GDCR. Оп! Паниш. Ну, такой паниш через D1, ну ладно. Но тем не менее, ой-ой-ой, Hit Smash'ом заканчивает выступление в первом раунде GDCR. Здорово. Так, лоу. Опускает Чикурин. D2. Как ловит и какой сайдстеп великолепного GDCR. Хороший конферм. Угу. Так, хитбёрст активирует. Ой-ой-ой, джебы пропускает, хитдэш и почти убивает. GDCR один пиксель остается. Отменил Чикурин, но тем не менее дистанции достаточно было, чтобы вниз вперед один от Драгунова достало. Такой хороший мид, отлично лоу-перри от Чикурина. Напоминаю, что Чикурин ни много ни мало победитель Evolution Japan'а этого года по Tekken 8. Так, паниш, хороший. Так, так. Наказывай. Найс. Заходит этот хитбёрст. Еще на стенку кладет. Это его шанс на камбэк. Лоу. Второй лоу. И D1 плюс 2. Хит смэш. Плюс на блоке. Угадай. Просто угадайка настоящая. Он прям максимально здесь на микс нажал сейчас. GDCR. И это помогло. 1-0.
Жесть. Напоминаю, что Чикурин это также победитель Tekken World Tour 2019. Это первый не корейский игрок, который выиграл Tekken World Tour. Что же касается GDCR, то он двукратный чемпион Evolution. Он был чемпионом Evolution в 2014 году и в 2017. Last ditch effort, your last chance to make it in, and now looking really good versus Chikorin. Chikorin, obviously, I bet he was not expecting himself to end up here on this loser side, but that's how. Чикурин, он уже имеет свою квалификацию на eSports World Cup, поскольку он выиграл Evolution Japan этого года, а тот Evolution Japan тоже, ну, Evolution Japan тоже проходил в рамках квалификации. Ну и, соответственно, GDCR пока что нету этой квалификации. Ну, возможно, на SEO он его возьмет, хотя, может и нет. Посмотрим. Эк, D4. Counter-hit заходит от Чикурина. Почти отсайдстепил. Hit Engager заходит от GDCR. Так. Плюс. Ой-ой-ой, отличный даг и отличный паниш от GDCR. Взрывай. Окей, прям великолепный паниш от GDCR. Ага. Хорошо. D2 на ресет. Паниш! Конечно. Хоп-киком махнул сейчас Чикурин на предикт. Но GDCR был максимально осторожен и среагировал своим хит-смешем тут же. Эк. Паниш хороший от GDCR. Ой-ой-ой, слов контрхит подъезжает. И хитбёрст активирует. Боже мой, что-то какую-то очень сильную игру показывает GDCR. Посмотрите, 5 раундов к ряду. 5 раундов подряд он забрал. Что-то как-то тотальная доминация. Если честно, не ожидал я от него такого, но тем не менее. Навикал, но не был готов Чикурин. Он не наказал. Мог наказание садить какое-нибудь хотя бы. Опа, хоп-кик. Заходит на лоу-краш от Чикурина. Стенка. Босс-плат. Окей, хитбёрст активирует. Угадаечка. Оп. И наконец-таки размочил счет Чикурин. Раунд забирает. Так, лоу заходит. Еще один лоу. Плюс на блоке. Ой-ой-ой. И на стенку положил. Жесть. Смотрите, 3 раза плюс пихнул GDCR. И еще и хит энгейджер получил. Хоп-кик! Заходит от Чикурина. Опасный хоп-кик. Он бы сейчас уже был мертв, если бы поблочил GDCR. Но, тем не менее, все равно забирает GDCR. Очень, очень уверенная игра от него. Прям что-то нереальное, не знаю. Если честно, я ожидал какой-то куда более равной битвы между GDCR и Чикурином, но равной битвы не получилось. Чикурин вылетает из турнира таким образом с 13-м местом, ну а GDCR выходит в топ-12 против Shadows'а. Ему нужен еще один бой для того, чтобы выйти в топ-8. Я не знаю, почему у него на футболке 13-й номер. Наверное, счастливое число. Вот. А у нас впереди следующий матч. Это будет Билал против Сейнта. Пакистан против Кореи. Господи ты боже мой, Билал. Напоминаю, что Билал это игрок на Брайане Фьюри. Это один из трех пакистанцев, которые здесь присутствуют на турнире. Один уже вылетел. Второй Атиф, он уже в топ-8 по венерам прошел. Ну и остался еще Билал. Like it's так. A shorter season, but it's just the competition is out and ready to try to take these points. Saint, напоминаю, это корейский игрок на Джеке. Что же касается Билала, то его сбросил в лузера Кейски, вот, ну а Сейнта, точнее в лузера сбросил Джо Краш, причем там довольно-таки неплохой бой мы увидели, несмотря на то, что это был мир. Билал пакистанец, конечно. А кто он еще? Да. В составе пакистанского десанта приземлился, так сказать, на этот SEO. We end up being speechless at one point. You know, I feel like it's because like a lot of us like. Так, меж тем, вне стрима, Rest убрал из турнира Тибетана 2-1.
И дабл убрал Куденса. 2-1. Так что Куденс отлетает, Тибетан отлетает. Тибетана сегодня ни разу на стрим, к сожалению, не попал. Таким образом, дабл вышел против Джоки, и Рест вышел против Кейвиза. Ну и GDCR против Шадоса, об этом ранее говорили. Так, Билал против Сейнта, это матч, победитель которого выйдет против Бука. I know no one's got forgotten about the legendary Echo Fox run with these two both were involved. Yes. You know, it was what, like 2 years or a year where they were just unstoppable. And ну что ж. This guy was part of that team, right? It was the JDCR Saint show. That was the team to watch. Yeah. It wasn't many top eights where you weren't seeing both of them. And both of them have an opportunity to still make it, right? Now, not qualified just yet. I'm not sure where they are in the bracket, but I mean, they might have to run into each other. Who knows? But Bilal, the Bryant, one of the few that we've seen here. We got like a couple of them around, but Deck. Bilal is definitely one of the most dangerous ones I would see in a bracket no matter what. You already know there's a lot on the plate because, wow. Oh, so wait, that means Shadow is out, huh? Shadow's on losers. Oh. That's what who's going to be the top eight losers. What? Yeah. So, yeah. Yo, it's going to be Shadow 20Z. Versus JDCR to get in the top eight. Так прямо, знаете, тщательно, тщательно. No spoilers. Этот протирает свой аркадный стик Билал с такой любовью. Ну поехали. Билал, Saint starts off with a jab, pretty strong here. Так. Оп, хорошо. Power Crush, nice. От Билала. Отличный сайдстеп сейчас был. Ага. О, господи, как же пропускает Билал сейчас. Найс. Хидбёрст активирует Сейнт. Так. Хидэш, убивай. Найс. Неплохо. Машин Ган Панч. Последним ударом вивнул, но не использовал это Сейнт. Так, стоечку перебивает, ущелу убивал. Джекхаммер, стойка. Оп. Трейд никому не дал преимущества. О, боже мой, эксплозион. И мид пропускает Билал, хотя вроде бы не такой опасный. Так, рвет бросок. Хит горит. Хит все еще горит у Сейнта. Очень респектит эту стойку, Билал. Найс, так, найс панеш. Все, это смерть. Хорош, Билал. Хитбёрст. Хитдэш. Убивай. Понадеялся на свой этот хай, который большой плюс на блоке дает под хитом Сейнт. Хорошо. Бросочек не рвет Сейнт. Оп. Конферм есть. Так. Джекхаммер. Прессинг. Ой-ой-ой, натолкнулся. Билал пропускает плечо. Паниш, конечно, есть паниш от Сейнта. Бросочек рвет. Оп. Лоу, мид, ага. Так. Jab, pulverizer, doesn't go for the third string, just keeping it simple. Ah. Counter hit, ой-ой-ой. Свой шанс нашел все-таки, знаете, Билал. Хитбёрст активирует. Ой-ой-ой, дропнул, но хитбёрст активирует и Сейнт. Хитдэш, плюс бросок, нет, не рвет Сейнт, и это смерть. 2-2. Нормально. Ой-ой-ой, с воздуха забирает, тут много дэмэджа не вытянуть, но тем не менее хитбёрст активирует Сейнт. Плюс. Продолжил Тинг-серию. Ой, найс! Прочитано, Билал. Хорош. И вот, и свой хитбёрст активирует. Не знаю, то ли специально там так сделал на ресет, то ли дропнул. Плюс и лоу. Да. Тут уже, конечно, после этого плюса поугадывай.
Great play there. What a series by Bilal. Неплохо. Counter hit after counter hit. Bilal looking pretty shaky in the last round there, but he was able to recompose himself and adjust. Okay. Getting a little advice already. Got the victory, but still. Getting some words of wisdom. Ну что ж, победитель выйдет на Бука. I was like, yo, how was my man doing, тоже man? I just almost непростой freaked out игрок. For a second. Далеко he не просто. Must have been on a skateboard or something. I was about to wild out. I was like, hold on, man. My man's levitating across the. My man's levitating across the front of the. Hey, man, he's got that the Tekken 8 dex. Yo, there's no way he's skateboarding on those. Please don't. Right? Please так, don't. Погнали, с Джекамера начинает Saint. Wow, Bilal running так. Back that first game was looking so. Punish, хороший punish от Билала. What a clean whip punish as well. Так. Instantly goes for the checkout with the heat. Стенка. Восплат. Та-та-тан. Отлично. О, господи, какой дамаг от Билала. 6. Хитбёрст активирует Сейнт. Хитсмэш тут же всаживает Билал. Так. Пауэркраш. Ах, присел, но ничего не сделал Сейнт. Не было никакого баниша, однако хитсмэш влетает в хит. Хорошо. Конфер. Хороший. Найс, okay. Контрхит вот этот вот, ну, достаточно регулярно заходит у Сейнта. Трейд, Джекхаммер стойка. Найс паниш, хороший. Так, стенка, восплат, хотел стеночку использовать Сейнт, чтобы убежать, да не тут-то было, поймал его Билал. Лоу, еще лоу, и хитсмэшем всаживает. Окей. Just straight back from Sane, who just seems like he was getting something started. Так, бросок контрхит. Хорошо. Сайд степ и вифаниш. Вот, Билала. Дважды лоу, трижды лоу, три раза лоу пихнул. И хит смеш. Окей. Ой-ой-ой. Что-то плохо дело у Сейнта. Лоу, да, зашел. Ну, не знаю, такое камбэк крайне тяжело без хита. Это матчпоинт для Билала. Так. Вифпаниш? Нету вифпаниша, через низ пьет 2, Сейнт упустил. Так, контрхит заходит от Билала, стенка. Волсплат. Отлично. Хитбёрст успел активировать хитбёрст, но! Не заходит! Ой-ой-ой, неужели это смерть? Нет. Но мало хп остается и, по-моему, да, это хитсмэш. Хитсмэш зашел от Билала сейчас в трейд, и он выбивает Сейнта из турнира. Сейнт заканчивает свое выступление с 13 местом, Билал выходит в топ-12 против Бука. Жесть. Ну, нормально, нормально. Таким образом, осталось всего 4 матча, и все 4 за выход в топ-8. Это Кейвиз против Реста, Шадоус против GDCR, Бук против Билала. И Джока против Дабл. Это full double elimination, поэтому здесь 4 13 места, 4 9 места, 8 25 места. Как бы, если вы не знаете, товарищи, как работает full double elimination, то работает именно так. Ну, как бы советую немножко погуглить, либо на Википедии посмотреть, как это работает. Так, австралиец, который внезапно очень далеко зашел. Рест против Кейвиза. But I think we have a high chance that we're gonna get it here on this loser side top 8 qualifiers. We're now Rest, которого сбросил в лузера Shadows, и встретится он против Кейвиза, которого сбросил в лузера Ау. Причем сбросил просто адово уверенно. I feel like it's gonna Но be потенциально два хваранга. Every single Horror main. We saw Speed Kick said that he's pretty unplayable, and then there are some that looks pretty good. I, at this point, you're not going to get a real answer, Steve. It's gone, just let it go? I just got... Oh, man. Rest, like I said before.
all the way from Australia. UK in the building. K-Wiz still alive. Dick. Once again, this is loser side top eight qualifiers. One of these gentlemen will be going to top eight. The other to the stands. Which is never a bad thing as a spectator, enjoying these great, great games, but yeah, also completely demoralizing as you're да, one step closer to being in that top eight arena. Completely understandable. But I think we are going to get what we wish for, Steve. Oh, yeah. The Huarang Mirror. I think they picked the same outfit, but they can go да, back. Может, yeah, можно и у комментатора спросить, почему бы нет. With the P2 color. Oh, no, I think they were good. Okay. Okay. Так. Okay. Белый хваранг, это у нас получается. Белый хваранг это Кейвиз, по-моему, да. А синий хваранг это. Кажется так. Really? That's sky blue? No, I'm like a поехали. Shade of sky blue. It's okay, teal, maybe it looks right? Teal. Yeah, actually, like, now you say that. It's like that crystal teal. Mm? Yeah. Just frame skyrocket. You're right, Kiviz. You're right, that's my bad. Kiviz cool, привык right. Такую более оборонительную игру вести. Ну и свои разводочки через кичарш очень любит делать. Оп, киберст. Ау, пауэркаш перебил. Паниш, конечно, найс сайдстеп и паниш, но только вот паниш не паниш. Дропнул и за это поплатился Рест. Да, конечно, конечно. Зачем делать комбу, если ее можно не делать? Так, кит энгейджер заходит. Оп. Джеб-джеб. Найс, хорош сайдстеп. Так. О, боже мой. Проламывает стенку. Полная комбо, да еще и хитбёрст всаживает. Кейвиз. Найс, хитдэш. Плюс. Нет, рвет бросок Рест. Так. Хоминг. Хитдэш. Плюс. Чуть-чуть КП остается. Джаст Фрейс Хайрокет. Лоу. И еще один лоу от Реста. Напоминаю, что GTSR, он не панишится. Так, хоминг. Еще раз. Ой-ой-ой. Хорошее передвижение показывает Рест, но не всегда хороший паниш. Опять-таки. Видите, как сайдстепнул здорово. Ммм, хорош. А вот это здорово было уже от Кейвиза. Отличный сайдстеп и отличный же паниш. Ой-ой-ой, прям здоровский паниш был. И дэш. Плюс, рвет бросок Рест. Ага. Рэш перебивает. Нет, опоздал спа... Да, ну, поймал, поймал Рейша. Да. Забирает раунд Кейвиз. Но это такой... На реакцию все-таки Рейджак был не рандом. Джафасер от Реста. Хорошо, стенка, волсплатик. Отлично. Плюс, куда полез. Хороший сайдстеп, и вниз плюс 2 на паниш. Так. Как только вот эта линейная стринг-серия начинается, тут Кейвиз начинает сцепать. Так, так. Хитбёрст активирует. Протаскивает. Плюс. Так. Хитбёрст свой активирует Кейвиз. Хитдэш. Ага, еще плюс. Лоу и дважды лоу пихнул. Окей, 1-0 в пользу Кейвиза. Looking real good in the Huarang mirror match. Mm-hmm. Both of them were playing like it's. It felt like a legit mirror. Oh yeah, it really did. One going to like the complete different other option, going for the low and instead of going for that mid. Like так. It definitely seems like a mirror match. Yeah, using the same moves as they are, same timing, but Kaywis just has the better end getting that timing when it comes to the sidestep launcher. Поехали. Mm-hmm. Ой, хорошо, присел под хайм, наказал Кейвиз. Протаскивает, максимально прям протаскивает. И с фламинго хит энгейджер получает. Плохо дело, Рест, плохо дело. Паниш есть, последний 4. Хитдэш. Ага. Паниш, да, хорошо, сайдстепл. Оп, у стены, оставайся.
А вот, смотрите, Rest сайдстепнул неплохо, но, тем не менее, наказать не удалось. Так, контрхит, и ой-ой-ой-ой-ой, GPCR. Да. Лоу. Эк. С Дэдин перебивает. Жесть. Okay, and a little wave will let you know. Not out yet. Так. Homing move and Heat Engager. Homing move, but this time closing out the range here. Так. Okay, wait a minute. Yo, look at this offense. Ой-ой-ой, лоу, найс. Тихо-тихо. Лоу на Оки Земе от Реста. Раунд он забирает. Все нормально. Есть вифпаниш, чит джебы. Так, так. Вот это на сайдстепе поймал Киви, здорово. Лоу! Пауэр крашем перебил. Сейчас Рест. Тихо. Это просто игра в угадайку сейчас была от Киви. Просто пытался угадать, что пихнет Рест. 1-1. Окей, Джока подошел. Quick words of advice, man. Seems like precise notes right there. All right, here we go. Game three. Rest answers back. Погнали. Okay. За лоу крашил. Okay. Здорово, Кейвис. Почти отсайдцепил. Вот практически удалось ему это. Уже больше хомингов обратили. Нет, удака. Уже больше хомингов стал пихать гораздо Рест. С учетом того, что часто очень Кейвис сайдцепил. Эк. О, чего? Куда? Не туда. Ага, хоминг. О, найс. Так. Ой-ой-ой. Ну прям так здорово. Хитбёрст активирует Кейвис. Так, GFSR. Ага, найс, конферм через хитдэш. Хоминг. Ну и тут... Попробуй повыживай. Отличный дак и отличный паниш. Матчпоинт для Кейвиза. Хит энгейджер. Машет своими хит энгейджерами только так Рест. Осторожен, смотрите, видите, с цепами. Так, хит-дэш конфиорм, хороший. Ну, наверное, еще не убьет пока что. Ну-ка. Оп! И лоу на Оки Земе. Все нормально. Так, рвет бросок. Ух, какой пауэркраш ты зашел в трейд. GFSR поглотил своим пауэркрашем Рест. Так, так, хит-дэш, плюсы и... Наказывай! Нету наказания, Рест, нету! Найс! Ой, хорош, это матчпоинт для обоих игроков. Эк. Ну что, решающий. Д1 перебивает. GFSR, нет. Дакнул его Кейвис, но не был готов. Пауэр краш всаживает. Ой, это опасно. Так. Хитбёрст активирует Кейвис. Хитдэш, плюс. Хит есть, у Реста хит есть. Он может камбэкнуть, но не успел. Не успел сделать этот хитбёрст. Этими лоу уже перебивал Кейвис. Понимает. Рест, что у него был шанс, хороший шанс забрать этот бой. Но, тем не менее, это 2-1 в пользу Кейвиза. И Кейвис выходит в топ-8 по лузерам. Shoutouts to Rest as well, man, coming all this way. I remember I'm following him on Twitter, so when he said, "Yo, I'm going to CEO." Первый европейский игрок вышел в топ-8. Yeah, you gonna drive your motorcycle here? That's what I said. But a true Huawei player, but he was like, "Yo, man,
Но будет ли он единственным? Вот в чем вопрос. But he's very skillful player, so he deserves that spot. He's going to top 8, and man, it was not easily done, man. K-Wiz, a load off his chest. Ну а Rest занимает девятое место, и выбывает из турнира. Напомню, что пока что на текущий момент топ-8 это Доджин из Филиппин, Ао из Японии, Кейски из Японии, Атиф из Пакистана, Кейвис из Великобритании. Интересная картина складывается, на самом деле. Так, Shadows против GDCR будет сейчас играть. Кажется, да. А нет, нет, это дабл против Джоки. Дабл напоминает японский игрок за Маршала Ло, но и Джока это пакистанский игрок за Фэнга. Собственно, матч за выход в топ-8. Напоминаю вам, что Джоку в лузера сбросил Кейски, другой японский игрок, кстати говоря. Что касается дабла, то его сбросил в лузера Доджи. Оба такой большой путь проделали. Tweet us out, tell us that you are having an amazing time. And thank you all so much for tuning in. It is not over yet, but we appreciate the endless support that you guys have given us. Погнали. Thank you so much. Let's get on to the next match. Double versus Joker. Double против Джоки. Wow, started off with a little back one. Joker ready with the whiff punish. Already. Трейд. Ничего себе, пока трейд зашел. Off the life bar, double right now. Okay, ой-ой-ой. He's so good with that, man. Паниш. Ну, не такой должен быть паниш, конечно, но ладно. Так, успел слайд судить, ничего себе. Ну так, рискованно довольно дабл. Мог и не успеть. Хоп-кик! Просто хоп-кик! Фигачу. Жесть какая. Стенка, волсплат, хорошо. Лоу. Ой-ой-ой, и еще один 50 на 50 слайд. But Joker able to get up kick for and так, Power Crush'ом залазит. Окей, и... Найс. Драгон Хаммером дожимает дабл. Наказывай. Ну, это не паниш был, но ладно. Нормально, все равно зашло в хит. Холмин. Опстом. Господи. Твою ж мать. Так, так. Так. Лоу в контрхит. Так, хитберст активирует. Хитдэш. Ага. Так. Д2. Пропускает дабл. Окей. Опасный пол. Темпо использует Джока, но осторожничает, кстати, с этим. Темпо дабл, хоп-кик саживает. Ага. Будет ломать пол. Так, хитберст. Нет, не стал ломать, кстати. Но дамаг очень большой. Поблочил, смотрите-ка, этот слайд Джока и ломает пол. Хитберст активирует. Так. Паниш! Захотел свой health whip на Оки Земе. И за это получил справедливый паниш от дабла. Это 2-2. Найс. Nice. Это в том числе и потому, что... Ой, наказание отлично. Это в том числе и потому, что сам дабл неоднократно делает этот слайд на Оки. Так, протаскивает. Ага, стенка. Есть волсплат. Хитберст активирует. Дамаг.
Так, чекуем. Плюс. Какой ты терпеливый, Джока. Лайт поблочил, наказал. Отлично. Еще минус этаж. Угу. Хит есть. У него есть хит. Хит-дэш. Плюс. Бросок не рвет. Дабл. Один пиксель. И да, D4. Это было очевидно. 1-0. Поднялся на сцену, что там советует Джоки. I would love to know what he's telling him right now. I would too, but Joker's been doing such a great job blocking the slide and getting the perfect pickup also. Because that every time that Joker has blocked the slide, it was on crucial health, but with a great amount of Zeta division. Okay. Поехали. Второй бой. Так. Так, найс! Хорош. Кемпо использовал Джока. Ну так, достаточно рискованно, кстати. Вифпаниш есть от Джоки. Найс. Хит-дэш. Плюс. Оп! Ой, как подзарядил, зарядил точнее. Трейд. Так, Д2. Ага. Ну и тут уже от стены отойти тяжко. Так. Лоу. Хит энгейджер. Стенка сзади. Ну, рискнул D2 сделать Джока, не самый быстрый мув. Ой-ой-ой, викнул как, а? Третий удар, доделал дабл. Так, спинкика поднимается, но хоп-кик! Просто всаживает дабл, жесть. Что делает, а? Так. Оп! Хит энгейджер доходит. Найс перри от дабла. Да ладно, флип зашел. Иризли. Жесть. Ну просто замиксил. Вот замиксил дабл прям жестко. А, хорош, прям набейтил сейчас Джока и хорошо кемпо использовал. Так, хит смеш, лоу. Так, Ой-ой-ой. Машет. Хороший сайдстеп и найс панеш от Джоки. Трейд в его пользу. Матчпоинт для Джоки. Д2 панеш, есть панеш, вот СН4. И снова кемпо использует, увлекается дабл, к сожалению. И снова кемпо зарешало, посмотрите. Хит дэш, плюс, найс дак и найс панеш от дабла. Ой, хорош. Так, хит дэш активирует, стенка, криво зашла. Бросок рвет. Ой, поторопился хит смеш сделать дабл. Поторопился. Ой-ой-ой. Оу! И как же натыкается. Как же натыкается дабл. И в итоге 2-0 в пользу Джоки. И Джока выходит в топ-8 по лузерам. Очень-очень любопытная картина вырисовывается. To make it to top 8 Sunday, K-Wiz and Joker made it. Wow. Жесть. The brotherhood, man. Просто жесть. The brotherhood. Helping each other out the entire time. And man, also shout outs to Atif coming up on the stage, giving Joker some input. And that is really important. I mean, I feel like if you're gonna have any talkers, you are. Ну что ж, таким образом Джокер вышел в топ-8 по лузерам. На кого пока неизвестно, на кого. Но, тем не менее, у нас на сегодня осталось два боя. Это Shadows против GDCR и Book
против Билала. Два британских плеера дошли до топ-8, оба полузера. Девушку, ну я думаю, что добавит после, ну я считаю, что после Evolution, но это так, предположение. Я не думаю, что они в ближайшие 2 недели добавят там ее. По крайней мере, мне так кажется. JDCR. Ну что ж, JDCR против Shadows'а. Shadows'а, в лузера, напоминаю, сбросил Доджин. Что же касается JDCR'а, то его сбросил лузера FDX. Он довольно долго по лузерам прошел. И сейчас встретится против Shadows'а. Напоминаю, что у Shadows'а, Зафина и Клаудио, у GDCR'а это Драгунов. Shadow20Z immediately goes for the Zafina, and then you already know where GDCR is going to go. Ну что ж, матч за выход в топ-8. Напоминаю, что ни у кого из них нету своей квалификации. Поехали. And the thing is, Shadow has been doing an amazing job also. Два раннинга, два начинает JDCR с прессинга. Так, второй удар. И вниз вперед. Два зашло. Вот JDCR. Причем вроде бы сайдстепил Shadows, но слишком близко был к своему оппоненту. Nice confirm. Хороший дамаг. Хит смэш, чуть-чуть опоздал с вихпанишем, но такл! Ох, не рвет, не рвет Shadows. Один пиксель остается, D4 поблочил. Так, ну что, Shadows. Однако, волшебная D2. Всепоглощающая. И забирает GDCR первый раунд. Так. Джеб-джеб. Плюс. D2 достал. Так. Отличная лоу-перри от GDCR. Так, хитберст активирует, стенка, волсплат, найс, плюс, еще плюс, и хит-смеш. Три плюса, жесть, все перетерпел Shadows. Наказывай, есть наказание этого D2. Так, хитберст активирует, наказывай, есть наказание, лоу пропускает, ой-ой-ой, хит-смеш, всаживает Shadows и забирает раунд. Бросок рвет Shadows. Найс! Сайдстепнул, но не наказал Shadows. Have to see something like that coming, especially if you expect to have a support. One plus two gets the hug up against the wall right now. Big хорошо, damage. Activates nice, the heat. Gets the knockdown. Lots of chip damage as well. Down 3-1. Richard саживает? Shadows был совершенно держал ситуацию под контролем. Никаких рандомных Richard'ов не пропускаем. Так. Лоу. D2. В контрхит. Низ 1 плюс 2. Плюс. Хитберст активирует. Такл. Пропускает Shadows и не рвет. Не рвет. 6. Пиксель остается. Ну, тут, конечно, да. Окей. Паниш. Заехал слайдом Shadows, поблочил этот GDCR и наказывает. Будет взрывать? Да, взрывает стенку. Окей. Еще плюс. Так, плюс на блоке. Рифнул. Не успел воспользоваться этим Shadows. Еще один такл, но на этот раз рвет Shadows.
30 seconds left to play. Ай-яй-яй. Классно. Hit dash. Плюс. 25 seconds left to play. Shadow Twin EZ has a good life lead at the moment. No heat. Своими плюсами жмет GDCR. Так, так. Джеб-джеб. Оп. Плюс на блоке. И... Ай-яй-яй. Д2. Господи. Как опасно. Плюс на блоке. Еще плюс. А, ты... Нет, паниша. Да ну, Ричард. Нет. Жесть, просто жесть. Ну какой же дефенс показал сейчас Shadows, это просто жесть какая-то. Сумасшедший, просто сумасшедший какой-то раунд. И Shadows был хорош, прямо скажем. Все выдержит. Ну что ж, 1-0. Everybody starts freaking out, you know, it's happening, and Shadow Twin EZ just calm, cool, collected. I'm telling you, bro, he might as well be wearing a mask up there, dude. He's the imposter. Bro, no emotion. Кстати говоря, на DreamHack Dallas GDCR занял тогда, по-моему, да, 9-е место, то есть он за шаг до топ-8 вылетел, а я напоминаю, что тогда топ-8 отбирались на... И Sports World Cup. И вот он буквально один шаг. Не смог. Оп. Отлично. Лоу перри от GDCR. Угу. Так, хитберст активирует. Найс. Лоу. Ой-ой-ой. Так, так. Угу. Найс. Хитсмэш. По блоку полностью. Goes down the first game. First так, хит энгейджер заходит от Shadows'а в самом начале раунда. Ай-яй-яй-яй-яй, Power Crash'ем все поглотил. И найс, посмотрите, отличный дамаг от Shadows'а через хит. Тихо, есть лоу перри. Угу. Но все равно камбэкнуться в такой ситуации очень-очень будет тяжко. Паниш, есть паниш от GDCR'а. Но вы посмотрите, он отыграл все хп. Хит смэш, плюс... Бросок рвет, Shadows. Плюс еще. Лоу пропускает. И вау, какой камбэчище был от GDCR. Хорош прям. Жесткий камбэк. Найс дак и найс паниш от Shadows. Так. ГСТ у Мишо. Молодец. Caught the plus frames right now. 40 seconds and GDCR is looking in trouble in rage. Два ранен два. Лоу. Найс перри от Shadows'а. Ой, хорош. Takes the wind right out of GDCR sails. Так. Файл ранен два в counter hit. Вылетает от GDCR'а. Т-т-тен. Окей. Хитберст активирует. Трейд в пользу Shadows'а. Хорошо. Чуть дропает он, к сожалению, комбу. Окей. Хитбёрст. Мимо! Не ожидал GDCR, что хитбёрст промахнется. Так, все перетерпел GDCR. Ой-ой-ой. Хита ни у кого нету, ни у кого нету. Но есть рейдшафт у Shadows'а. Ой-ой-ой. Так, так. Достагерил, смотрите, GDCR. Стагер, стагер, стагер. Он прям максимально осторожен был, чтобы Рейдшард не съесть рандомно. 1-1. Look at the crowd in the back. Everyone's up against their feet. Phones recording of their reaction. Everyone's eye stuck on who was supposed to be the winner. This is nerve-wracking, bro. Oh my gosh. Final match between these two. One of them. Так. Ладно, ранен два. Еще раз. Хорошо, отсайд степил сейчас Shadows. И отличный паниш на самом-то деле, ага. Так. But here comes this offense from JDCR. Quick side. Ух, хороший сайдстеп. И вниз вперед два на паниш. Вот GDCR. Отлично. Так, хитберст активирует. Стенка. Нет, чуть-чуть до стенки не довел.
Ignition switch. Here comes the Hail Slicer. Goes to the slide. Shadow 20Z activating the heat to stop the pressure. Stopping the bleeding. Так, D2. Still connect on the tarantula. Нет, у вас N4. Хит-дэш. Ой-ой-ой, хороший сайдстеп от JDCR был. JDCR with the lead in this last game between the two. Interesting. That had to be a missed end. Так, hit engager. Плюс стойку фламинго сразу же сетапит Shadows. Смотрите, как же он напрягает. Ой-ой-ой, hit engager получает уже и JDCR. Так. Still a little makeshift combo there. Needs to be careful. JDCR looking for an opening. Running два. Выбирается из броска Shadows. Counter hit. Хорошо. Оп. Лоу. Так, running два. Лоу. Еще раунд JDCR забирает. Shadow can't lose this round. Not if he wants a chance to make it to the top. Ну, тяжко даются, но тем не менее даются раунды эти. Как и оборона у Shadows очень хороша. Defense. Так. Еще плюс. Хитверст активирует. JDCR трейд в пользу Shadows. Плюс. Хотел заресетить. Еще раз за два зашло. Так. Хит-дэш плюс паниш! Ага! Хорош Shadows! Поблочил Лоу, наказал. И Рейджард есть. Тихо, пиксель остается. Лоу на Оки, и Shadows забирает раунд. Так. Бэкфист. Жесть. Не так часто он им пользуется, но когда пользуется, как видите, неожиданно, но заходит. Пол хп уже нету у Shadows, даже больше. Что Shadows? Хит смэш, плюс. Д2 заходит, хит. Ой-ой-ой. Так, лоу. Терпит, терпит. Паниш, хорош, хорош. Он все перетерпел, и он ждал своего шанса, чтобы ансейв, когда ансейв пихнет его оппонент, и рано или поздно это должно было случиться. Ну что ж, друзья. JDCR. Таким образом, JDCR является единственным корейским игроком, который прорвался в топ-8. Ну, как-то так, как-то так. Видите, здесь не было Ульсана, не было Мургольда, но, тем не менее, были свои сильные игроки, и JDCR, и Saint, и Kakoma, там, допустим, Куданс тот же самый, но, видите, только JDCR дошел. Так, у нас впереди остается последний бой сегодняшнего дня. Это Бук против Билала. Соответственно, Таиланд против Пакистана. Последний матч сегодняшнего дня, ну и последний слот топ-8 завтрашнего. To the EWC, but also to get a little more Tekken points on his side. Now, we get to the final placement match of the night. That's right, the final placement match of the night. And this is going to be for the last spot in top eight. It's going to be Thailand versus Pakistan. It's going to be Book versus Bilal. Book против Билала. One of them is going to get an opportunity to get an interest. Бука сбросил лузера, напоминаю, другой пакистанский игрок, это Атиф. Собственно, Атиф и вышел в топ-8. Что же касается Билала, то его сбросил в лузера японский игрок Кейски. Book, one set away from making it. Thank you guys so much for tuning in, man. CEO 2024, man. This is the Tekken World Tour 2024, man. Points are on the line. EWC placement is on the line here. And we have one more player
to induct into our top eight before we move on to Sunday. Thank you guys for hanging out, man. Tasty Steve, Just the Spirit, holding it down, man. Shout out to the boy Rip, man. We've been doing Джин против these crazy legs commentary. Hopefully you guys have been liking it. I like to switch up though. It gives everybody a fresh take each time. It's been an amazing time, but Steve, it is looking like the beginning of the end. Final match of the night. Bilal versus Book. Билал против Бука. Так, 2-4. Ага. Машинган панч есть конфирм от Билала. Хо, вот это, сайдстеп. Хорошо, Хунингом сейчас достал Бук. Тут же хит энгейджер. Так, ответный. Ага. И тут же хит смеш всаживает. Ой-ой-ой. Оки, Оки, попробуй подняться. Так, хорошо сайдстепнул. Counter-hit B3. Заходит от Билала. Так, есть вот сплат. Оп, Power Crash. Хит энгейджер залетает от Бука. Так, D4. Трейд в пользу Билала. Найс. Бёрст активирует. Ой-ой-ой-ой-ой. И дожимает все-таки Билал. Two rounds to none here. Book getting the side step back 2-1 and try to get the heat engager with the 4-4-2. Вот бросок. Nice duck. Есть паниш. О, хороший лоу перри. Так. Standing all the way to the wall, but will not capitalize on the damage, but he'll capitalize nice. On the opening here, will activate the heat and add the и убивает, and да. Nice. Yeah, close it out. Stops раунд the round забирает Бук. Очень-очень неплохо. D2 начинает в контрхит Бук. Вот это да. Угу, протаскивает до стены. Воу! Неожиданный ресет от Бука, жесть. Вряд ли он так ожидал, но тем не менее, получилось здорово. Последний удар доделал и не рвет бросок Билал. Как-то очень быстро забрал этот раунд Бук. Так, бросок контрхит. Ага. Есть паниш, плюс, куда полез? Наказывай, нету. Хорош сайдстеп от Билала. Ой, здорово. Стенка. Есть волсплат. О, боже. Отличный дамаг. И хитсмеш тут же. Плюс на блоке. Так, так. Успел хитбёрст активировать Бук, но он на пикселе повисает. Хитсмеш. Так, тихо, тихо. Мид. Блочит, блочит. Ай. Машинган панч, нет конферма! Блин, лоу достал! Достал с этим длинным лоу Билал, и это 1-0. Ух, как близко-то все было. Смотрите, Билал как Золушка протер свой стик. Очень заботливо так. А то руки-то начинает это самое скользить. Isn't that something? I mean, look, it's fitting of the temperament here, man. За обратите внимание, что Билал далеко не первый. О, снова выпала та же арена. Билал далеко не первый игрок, который протирает свой аркадный стик. Паниш есть от Бука. Так, вейкап тройка. Рвет бросок Бук. Плюс. На этот раз не порвал. Третий удар доделал. Хит энгейджер заходит от Бука. Так, найс конферм. Оп, ВСН 4. Ой-ой-ой, какой контрхит, а. Нормально. Так, так. D4. Оп. Нет, рвет бросок. Контрхит. Так. Плюс. Топ-кик. Сделал все-таки Бук. Ну, поблочил Билал, наказал. Наконец-таки хитбёрст активирует Бук. Однако Power Crash тебе в лицо. Жесть. That was a Snake Eyes mockbreaker. So what's gonna happen is if Book pressed the button, that was gonna be a parry.
Электрик! Заходит от Бука. Ай-яй-яй, опоздал чуть-чуть с панишем Бук. Д2. Мид. Паниш! Отличный паниш от Бука! Хорош! Это и вейкап четверки и убивай. Бук staying alive here, one round away to even up the round. Ах, там далеко до паниша было, поэтому уже не стал торопиться. Бук, машинган панч конферм. Хорошо, найс. Отличный паниш от Бука. Вейкап 4, от Белала. Хоминг заходит, Снейк Эдж. И хитберст активирует. Хороший сайдстеп от Бука, вау, отлично. Какой шикарный панич был от Белала, а? Найс! Просто жесть! Ох, какой конфермище был от Белала, ой, красава. Это матчпоинт для него. Эк. Лол, ага. Хорош! Орбиталка на лоу-краш от Белала. Найс. Хитберст активирует. Стенка. Лос-плат. Дамачок. Ага. Так. Хит-смеш зашел! Последним ударом. Жесть! Последний шанс. Последний шанс для Бука. Рвет он бросок. Ай! И машинган-патч конферм! Перебивает он пауэр-краш. И Белал выбивает Бука из турнира. Ну что, друзья, Белал выходит в топ-8 по лузерам. Два пакистанца в игре. Атиф вышел по винерам, Белал вышел по лузерам. Великолепно, просто великолепно. И это топ-8, который мы увидим завтра. Два японских игрока, Аой Кейски. Два пакистанских игрока, Атиф и Белал. Два британских игрока, Кейвис и Джока. Доджин из Филиппин и JDCR из Южной Кореи вышли в топ-8, который мы увидим уже завтра. Жесть. Хороший был топ-24. United Kingdom representation alongside K-Wiz versus Доджин выйдет против Ао Кейски против Атифа, а JDCR против Кейвиза и Джока против Белала. И я напоминаю, только два игрока получат квалификацию на eSports World Cup. На тот самый заветный турнир Саудовской Аравии с призовым фондом в 1 миллион долларов для Текена. Так что есть за что бороться. И, конечно же, есть ради чего стараться. Так, по-моему, да, ни одного из этих игроков, которые вышли в топ-8, нету своей путевки на этот самый eSports World Cup. Поэтому для каждого из них это будет настоящая прям борьба. Ну что ж, друзья, на этом я с вами прощаюсь.